Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не знаю, как быть. Тяжелое для меня сейчас время разрыва отношений с любимым человеком. Мы вместе 6 лет, познакомились на сайте знакомств. Он из Саратова, я из Санкт-Петербурга. 9.07 подразумевается этого года, то есть 22-го, он собрал вещи и ушел на съемную квартиру. Он поставил точку в отношениях. Спустя какое-то время дает о себе знать про ключи от моей квартиры. Это 16.07. Но, само собой, разговор был не очень. Он все равно настаивал на своем. Ключи он хотел передать через мою сестру, но так и не удалось. 24.07 он удалил в соцсети все совместные фотографии, но при этом я ему больше так и не звонил. Ключи, опять же, у него все это время были. Конфликт произошел из-за того, что я его унижал и обзывал. Тем более брат должен был в гости приехать, я его не пустил на жилплощадь, так как жили с моей мамой в трехкомнатной квартире. Это тоже влечет на то, что он обиделся. А поэтому к нему приехали брат с женой на неделю. А на следующий день он уезжает домой в Саратов к родителям и обратно. 14.08.04.08, тут не очень понятно, он позвонил сестре и сказал, что заедет, передаст ключи. Она согласилась, у них был разговор довольно душевный, она спросила у него, и он рассказал, что были шансы, я предупреждал ее, что уйду, если дам шанс, она не изменится, ключи он передал с неохотой. Но с одной фразой, чтобы я не думала, что он все-таки вернется. Я подразумеваю, что это брат его надоумил, других людей нет, он не знает, как поступить, и не было от него. То, что я все решил, я поставил точку. Но вы же сами написали в начале, что он поставил точку. А он как будто бы на чаше весов, я не знаю, как быть, но я жду разговора спустя месяц без друга, не без слез, я работаю над своим характером, хочу доказать то, что могу измениться ради человека. Так как люблю его, я верю в то, что он любит тоже. Помогите разобраться, у нас был конфликт, и я не верила, что он уйдет. Но эта ситуация меня в корень наказала, что нельзя мужчину унижать, обзывать, жить в негативе. Да. Есть ситуация. Определенная. Это правда. Ситуация определенная есть. Только вот что непонятно, так это то, в чем вам помочь разобраться, в чем именно вы хотите разобраться. То, что вы мужчину унижали, грубо говоря, например, в этом вы хотите разобраться. Ну, так здесь имеет место быть страх, здесь имеет место быть агрессия, если вы об этом. Вот. В этом смысле. То, что вы хотите меняться ради человека, да, ну это в принципе вам уже мой коллега сказал о том, что вот ну, меняться ради человека не лучшая идея. То есть если меняться, то меняться ради себя, да, и меняться именно для себя, а не ради кого-то. Потому что если вы хотите, ну, условно говоря, меняться ради другого, то вы это делаете для другой цели, и цель это, ну, не самая лучшая, да, потому что вы это делаете для другого, хотя делаете сами. Вот, а что если, соответственно, ну, мужчина, например, там, не оценит то, что вы изменились, то, что вы что-то делаете, вот.
Есть ощущение, что вы ждете какой-то инициативы с его стороны, да? Вот есть такое чувство, что вы ждете инициативы как бы с его стороны. Вот. При том, как-то сами выступая, ну, пассивно, то есть вы, если, условно говоря, хотите, если вы говорите, что ждете разговор, так и инициировать вам этот разговор. Так получается, что вы хотите, чтобы, ну, человек к нам вышел на разговор. То есть здесь есть недоверие в себе. Вот. А вы не можете как бы отпустить человека, да, то есть вы, ну, продолжаете как бы жить, как будто бы вы в отношениях, хотя на самом деле уже нет. И это может быть связано как с болью, которая у вас, ну, имеет место быть. Вот. И эта боль не прожита, и это имеет место быть какие-то потребности. Вот. Ваши потребности, то есть вот что-то вы, чем-то вы нуждаетесь от, от мужчин. Вот. ну, я повторюсь, что вы не просто так оскорбляли человека, унижали его. Не просто так вы это делали, соответственно, тут тоже нужно разбираться, собственно, что же вас мотивировало так поступать. Вот. За этим тоже что-то стоит. За этим тоже стоит, когда стоит некоторая мотивация. Ну, ваша мотивация. С вашей стороны. Тут, соответственно, тоже нужно разобраться. Вот, и, собственно, вот, проработав все эти моменты, боль, значит, потребностную сферу, самооценку, вот, как-то сделав, ну, почувствовав себя более целостной, я думаю, что вы сможете тогда уже решить, что вам делать с молодым человеком, вот. Потому что, ну, вообще-то молодой человек, он как бы знал, какая вы, да, и он согласился, в принципе, ну, быть с вами в отношениях, зная, какая вы. Вот. Вот как-то так, поэтому не факт, что вам захочется меняться, не факт, что вам нужно меняться, по крайней мере, в ту сторону, в которую вы сейчас видите для себя. Вот. А может быть, вы увидите новые как раз-таки свои стороны, да, и просто увидите, что именно у вас выражается через вот негатив, обзывательство и так далее. Это очень напоминает страх какой-то. Страх. Только страх чего в данном случае нужно выяснить. Потому что, ну, так гадать, наверное, не лучшая идея. Как вы, вот, ну, как вы понимаете сами. Вот. Такая вот история. Вот я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, точнее, вот у вас вопрос, в принципе, как такового и нет, даже. Вы просто говорите, типа, что помогите разобраться. Вот. То есть в чем, ну, вы хотя бы вот как-то, в чем именно вы хотите разобраться, постарайтесь сформулировать.
Вот. Ну и мы уже тогда сможем как-то вот более направленно набрать. То есть в чем именно разобраться, вы хотите. Я бы начал с объективной стороны вашего поведения. Вот. Не обвиняю вас, да, ни в коем случае. Не говоря, что вы там какая-то плохая, что вы там что-то плохо делаете и прочее. А именно просто вот поисследовать, просто посмотреть вот что как бы вами движет-то. Вот. Я думаю, тут есть определенный потенциал. Так скажем. Вот. Определенный потенциал для вашего развития и для исследования присутствует. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.